Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Realme 11 Pro Plus. И сейчас я покажу вам, как разрешить установку приложений из неизвестных источников. Итак, для этого мы открываем приложение «Настройки», после чего проходим в раздел «Пароль и безопасность». И здесь мы выбираем «Безопасность системы». И далее выбираем источники установки. Теперь мы выбираем источник, которому разрешим установку приложений. В принципе, без разницы какой. Ставим рядом с ним галочку и нажимаем «Разрешенный». Вот. И так мы можем сделать с любым источником. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.